Привет, привет, Найт-Сити. Я снова с вами. Мой гость сегодня — лейтенант Сара Краковски, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось? Никто не напал по дороге? Нет, нет. К счастью, на улицах Найт-Сити сейчас безопаснее, чем раньше. Мы отмечаем снижение числа убийств с 7103 случаев в год до... Так, так, минутку. На улицах ты говоришь безопасно. А что с автострадами? Не поняла. Ты же слышала о перестрелке на съезде с трассы 1? Прошло полчаса, прежде чем патруль прибыл на место. Я слышал, в тот день было больше 700 выстрелов. Что случилось? Где сейчас находятся виновные? Подожди, Зиги. Полиция Найт-Сити отвечает за порядок и безопасность граждан на территории города. А трасса 1... Сара, не стоит. Всю эту ерунду мы видели в ваших пресс-релизах. Просто ответь зрителям. Ты можешь говорить? Это важно. Что случилось? Кажется, я нашел решение нашей общей проблемы. Я связался со своим старым другом из Арасаки. Он сейчас здесь, в Найт-Сити. У него есть связи с очень влиятельными людьми. Как ваш друг может нам помочь? Нам нужно встретиться втроем. Я, ты и мой друг. Ты расскажешь ему то же, что и мне, что происходило в Кампеке Плаза. Я сомневаюсь, что мы его убедим, но с чего-то надо начинать. Уж кто-кто, а вы должны знать, что Найт-Сити все проверяет на прочность. Даже самую старую дружбу. Этому человеку точно можно доверять? У нас уже много раз была возможность убить друг друга. Да, я доверяю ему. Ладно, где и когда встречаемся? В Джапантауне, после заката. Сейчас я вышлю тебе точный адрес. Встретимся на месте.
Я тебя убью! Thank you.
Взламываем!
по-моему... Thank you.
Блять. Еще один идиот решил, что судьба ему улыбнулась. Ну так, может, и улыбнулась бы. Если б не передоз. А чего еще ждать от мальстремовского говна? Оно по мозгам дает крепко. Это только для их выжженных синапсов в самый раз. А где-то в Альбукерке, наверное, ждет девчонка. И не знает, что у малыша Джера мозги уже превратились в кисель. Гости.
Главное, ничего не пропустить. Вам нравится режим автономной стрельбы? Подпрыгните для подтверждения. Thank you.
что надо. Мне нравится, как ты работаешь. До новых встреч, сестра. Заказ закрыт. Thank you.
поможет! Thank you.
жесткач. Ugh.